Привет, друзья! Вот у нас начало мая сегодня. И открылся кабуцейл. Кабуцейл – это английские блошиные рынки. Как вы знаете, вероятно, уже. Как хотите, назовите. Барахолки, блошиные рынки. А здесь они называются car, boot, sale. Car – это машина, boot – это от машины багажник задний, как будто. Sale – это продажа. То есть продажа с багажника машины. Вот так. Объясняю, может быть, тем, кто никогда еще не был. Что? Что это такое? А, соединяется. Сколько стоит? 90. 90 пи? Ну, кстати, надо купить тоже. Да. А я все смотрю. Не хватает. А это что такое? Накнайф? А, это ножик. Вчера целый день валялась. Сегодня, видишь, как Златка отменила, завтра поеду. Угу. И думаю, даже очень хорошо. Не пойму, прямо на сторону ломит. Знаешь, как все? Знаешь, такой похоже, что гриф. А мне Катюха позвонила. Ну вот купила, видите, вот такой вот. Чтобы много подключить можно было. Переходник для лаптопа. Один фунт. Народу, как обычно, толпа покупающих. Больше, чем продающих, по-моему. Так, вот идем, смотрим эти игрушки все. Детские мне не интересно. Очень много опять развалов всяких. Детской одежды. Игрушек, видите. В этом плане, конечно, очень хорошо. И вот, как обычно, все с собачками англичане. Вот такие вот тут шапочки вязаные. Посуда. Excuse me, what is that? That's salt and pepper. Aha. How much is it? It's a set. Yeah, the set, £3 for the whole lot. £3. It's silver plate? Is it? I think so. I'm not sure. Oh, it says £3. That little spoon. Yeah, I see. Mm-hmm. Lovely. Вот, кстати, книги, не знаю, кто покупает, потому что они обычно приносятся и раздаются бесплатно. Стоят возле магазинов. Я буду показывать, ничего не буду говорить, потому что даже не знаю, о чем тут говорить. Смотрите. How much is this doll? Вот эти развалы одежды. Конечно, можно нарыть что-то, но что-то даже рыться не хочется, вы знаете. Не хочу. Ну вот у нас странное дело преобладает. Здесь на кабуцейле детские вещи, игрушки. Детские вещи. Не знаю почему, потому что то, что наш этот остров, он все-таки, говорят, для пенсионеров. Оказывается, нет, и детей полно. How much is lovely? How much is it lamp? Oh, sorry. Ah, your lamp. Oh, £7 that one. Seven. Yeah, mm. Yeah. Just one. Yeah. Moved house. Just haven't got room. Well, I don't really want you to open it. I've never had it out. I know it's got the darts in it, and it's just never. Я все-таки как-то больше хочу увидеть, знаете, какую-то старинную мебель для себя недорогую. Вы же понимаете, что я ищу, чтобы потом сделать шаби-шик. И ничего не вижу. Вот сейчас пройду по-другому. Там в самом углу
Другой ряд, может быть, что-то. А здесь, ну, вообще ничего нет. Вот такие тарелки на стену. Видите, будущий король Вильям, его мать, принцесса Диана. Это не знаю кто. Сейчас, как вы можете видеть, довольно большую площадь занимает этот кабуцейл сегодня. Ну, он каждое воскресенье, в принципе, на этом месте. Но что-то, не знаю, пока я ничего не вижу приличного, даже чтобы вам показать. Всякие люстры. А это вот колпаки, торшеры. Мне всегда нравятся вот такие вот вещи, когда вот везде ходят с собаками. И настолько эти собаки спокойные. Вот, видите, женщина тут что-то рассматривает уже несколько минут. Собака ждет покорно. How much your table? This one, £3. Иногда вот можно найти очень дешево. Люди продают чисто символически. Вот за 3 фунта этот столик неплохо вполне, он смотрится хорошо. А иногда вот как-то цены высоко задирают. Клюшки для гольфа тоже часто можно встретить. А я же еще, понимаете, помимо всего прочего, показываю вам англичан вокруг, разных всяких, каких хотите. Но здесь, наверное, в основном все-таки такие, которые уже победнее, наверное. Хотя, вы знаете, некоторые ходят и с деньгами, смотрят какие-то антикварные вещи, выискивают. Здесь очень много таких коллекционеров антикваров. Что-то ищут для себя. Вот можете сами судить. Я специально вам показываю, какие здесь люди. Много, конечно, иностранцев также. Можно услышать речь польскую и даже иногда русскую. А я вот вам показываю в спину вот эту вот женщину. Вот видите, у нее такая коса впереди. Женщине, наверное, лет 70. Вот неплохо такое большое зеркальце за фунт. Но вы знаете, что-то я уже как-то немножко от них устала. Вот такую блузочку, кофточку я, знаете, носила, когда мне было 30 лет. Прям даже расцветка такая же. Ну вот, пожалуй, последний ряд. Возлагаю много надежд на него. Вот здесь вот, понимаете, когда вот так вот стоит, это все в ящиках, надо рыться, что-то выискивать. Что-то прям вот и не хочется, вы знаете. Вот опять, здесь уже детская одежда, несколько стеллажей. А нет, здесь еще и женская. По 50 пи, видите? Вот целая ремней толпа. 2.44. 3.40. Ну вот не знаю, что-то я... Вот эти вот подушки мне нравятся. Нравится мне. В машину, в самолет. Фунт стоит. Подушку купила.
Сторговалась за 50p, за 50 пенсов. Ну и ничего. Is it a silver plate? Yeah, please, love, yeah. How much is that? I'm going to do them for 3 quid. Three? Yes. Mm. But it's need set for this. You have a similar, not set. No, this is all I've got. Вот внизу, посмотрите, продаются такие штуки. Тоже кто-то очень дельный, типа меня. Это же, знаете, как в цемент полотенце. В жидкий цемент опускается полотенце и потом застывает вот так на горшке на цветочном. How much your this one? How much is what? 5 pound each. How? 5 pound each. 5 pound? Each, yeah. Mm. Ну, 5 фунтов за штуку. Это, конечно, круто. Вот это в самом углу. Всегда с вот этих вот маленьких ванов продают мебель. Но сегодня даже мебели нет никакой. Посмотрите. Может быть, я, конечно, поздно пришла. Что-то вообще пусто, друзья. Я смотрю, прям мне навстречу все что-то тащат, все что-то купили. Я вот кроме подушки и того разъема для компьютера ничего больше не купила. Но все равно вот, когда бы ни пошла, все равно какую-нибудь ерунду, 1, 2, 3 куплю ерунды. Excuse me, how much you paint here? Рамочки такие симпатичные по фунту. How much is that? Ну вот, купили собаке игрушку за 50. How much is this one? It's 5 pound. Six. Six? Five. Yeah. Yeah, lovely, yeah. Вот набор кухонный за фунт. 5 штучек. Ну и вот последний угол. Хотя нет, это не последний угол. Это там я еще пропустила в середине 2 ряда. Просто пошла посмотреть какую-то мебель, думаю, может быть. Вот картинки всякие разные. Барбекюшница, стулья. А какой автомобиль, зверь. Nissan. О, на таком красавце приехали, вот такие тряпки привезли продавать. Вот, посмотрите. Какое-то несоответствие, по-моему. Машина огроменная с тряпками. Вот девочки расположились, молоденькие. Продают красоту. Вот только встречаюсь со своими знакомыми уже который раз. Встречаюсь. Разговариваю. Уже я тут брожу целый час, друзья. Ну, вот кроме подушки под голову ничего не купила. Ну вот еще и зеркала я нашла. Это ж, понимаете, бизнес домой. 2 фунта. И вот 1 фунт. По-моему, тетечка сейчас возьмет, да? Угу. Жду тетечку посмотреть, купит или нет зеркало, но она что-то его шоркает там.
Какая симпатичная вот эта вазочка. 2 фунта. Но уже я не буду покупать, куда уже, да что вы. Пыль собирать, как говорит моя дочка. А тетечка купила все-таки это зеркало. Купили зеркало у меня из-под носа, но я думаю, что мне меньше проблем. Вы знаете, не очень-то и хотелось называться. Вот опять детские игрушки, какие хотите. И опять вот кассет этих полно. Вот там такие классные эти тедики. 3 фунта каждый. Очень неплохо, кстати, они, по-моему, новые. Как вам нравится этот товарищ из мультфильма? Бесподобный. Я, кстати, даже не помню, как его зовут, но мультфильмы с ним я люблю смотреть. Вот такие тоже столики. Это вот если такие столики вот распродажа, то чаще всего это какие-то старые люди, вот уже passed away, как говорится, и их родственники распродают это все, что у них было когда-то в доме. То, что здесь, видите, все разномастное такое. Ну и все, вот теперь вот это вот, кстати, айскрим, переносная машина с мороженым, тоже всегда прям очередь стоит. Очень удачно он тут всегда торгует при входе. Вот так, друзья, побывали мы с вами сегодня первый раз на Кабуцели. Но еще только это открытие, начало. Думаю, что если вам интересно, пишите отзывы. Буду показывать еще. А я то, что купила, покажу. Вон, слышите, тоже разговаривают. То ли по-румынски. Покажу сейчас, что купила.